20 апреля 2017 год, Харьков. 20 апреля, 5:30 утра по Киеву. Когда же мы весну перезимуем? Перевеснуем. Вот это не сугроб. Это зазеленевший кустик накрылся снежным тазом. И не только он, кстати. Цветущий абрикос. На цветущий абрикос налетели били-бджолы. Это неправильно. Я думал, я все понял. Это неправильные пчелы несут неправильный мед. Абрикосом хана. Впрочем, как и многому другому. Луна. На Луне тоже снег, интересно. В апреле. Я уже ничему не удивляюсь. Почему в Харькове может быть снег в апреле 20-го? Почему не на Луне? Ох. Три белых коня, декабрь и январь и апрель. Сделал ход конем. Большой такой буквой Г. Сколько там снимал? -5, -4, что ли, где-то так, да? Плюс-минус. Плюс-минус, к сожалению, минус. Да, смотришь на календарь, 20 апреля, смотришь в окно, сугробы. Когнитивный диссонанс. Да, 10 дней до 1 мая.